Всем доброе утро. Обожаю этот фильтр в Снэпчате, вот этим сердечком. И с вот здесь вот с днем недели. Муд, настроение этого дня. Хочу пожелать всем доброго утра, хорошего дня, хорошего понедельника. И еще сегодня 1 апреля. Так что если кто-то будет над вами шутить, не поддавайтесь. Хотя, мне кажется, эта традиция уже давно-давно устарела. По крайней мере, надо мной никто не шутит. У меня сегодня шоколадочка, кофе с лимоном. И еще я сейчас салатик заточила. И пойду на работу. У меня вот здесь такая помощница. Помогает собраться. С утра пораньше с мыслями и вообще. Режулька. Обожает всякие подушечки сидеть. Это просто ее какой-то такой фетиш. Подушечку. И обязательно на ней устроиться. Очень классно. У меня вот такая вот штучка висит. Так, повесила девчонкам играться. И просто для красоты. Так что, такая вот у меня красотулечка. Ришка. Рыж, попозируй в кадр. Рыжуля, скажи всем доброе утро. Приехали помыть машинку, и мне захотелось посидеть внутри. Я никогда не сидела внутри машины, когда ее моют. У нас здесь получается ручная мойка. Мне прям захотелось. Короче, детский сад, конечно, вот. Захотелось посидеть в машине и в пене. Детский сад, блин, утренник. Ай, прикол. Ну так. Ставив сенсей или в сене, разглядывая вот этих классных единорожков, ну, всякие тут вещи с единорогами, вот такие фонарики есть, ну, не с единорогами, а там какие-то классные, ну, кстати, вот эти вот, интересно, как смотреться будут фонарики, это прямо... Со второго захода они мне больше понравились. Кружечки с единорожками смотрю. Тоже. Кружечки очень люблю. Прямо классная. Ну, тут всякие тарелочки. Еще игрушку. Такая мне игрушечка понравилась. Тоже единорожка. Ой. Смотрите, какая миленькая. Короче, рассматривала, я все это рассматривала. И поняла, что это девчачьи для маленьких. Особенно, когда коробочку такую видела с котиком и ростовку. Поняла, что это для девчонок, а вон там для мальчишек. Так я, в принципе, что-то не догнала сначала. Так еще стульчик вот это вот увидела, приступочек. Мне показалось, что такая единорожка, а стульчик можно к себе в комнату тащить. Вот, есть такие розовенькие для девочки. А есть, наверное, еще... А, здесь тоже для девочки коробочка, тоже с единорожкой. Такие пледики. Еще вот такие вот, тоже для девчонок, в детскую. Так,
какая это у нас уже для мальчишек с динозавриками. Тоже прям классненькие такие. Ну, здесь уже слюнявчики всякие для салфеток, для памперсов и посудка. Я бы сама не отказалась от такой кружечки с динозавриком. Так, это же ростовочка и коробочка есть для мальчишек, для детской. У меня сегодня все для детей, короче. Обзор сенсей для детей. Подушки с динозавриками. Ростовочки. А еще мне понравилась такая штука. Мне кажется, это вообще не только для детской. Можно просто в комнату повесить. Крепится на таких штучках. И такой медвежоночек получается. Вот так вот вешается на стену. Сюда можно что-нибудь классное поставить. Вот я думаю, что если я придумаю, куда эту штучку у себя определить, я за ней вернусь. Тоже здесь, кто любит футбол, фанаты футбола, подушечки всякие есть разные. Что мне еще приглянулось? Ну, как всегда, в Синсе это классные свечи. Вот такую свечу я уже себе купила. Вот такой классной баночки. Здесь три фитилечка. И крышка вот такая получается. Сруб дерева. Тоже очень-очень эффектно смотрится. А еще мне тоже понравилось. Вот такая вот баночка. И там внутри получается у нас батарейки и такой светодиод, не светодиоди, как называется. Ну, такая подсветочка. Тоже, наверное, здорово смотрится. Свечки. У меня здесь музыка вовсю, поэтому у меня ютубчик-то будет за авторские права, конечно. Не порадует. Потом я хотела еще вот такую свечку прикупить. Тоже красиво. Вообще от Синсей свечи очень хорошо. И аромат от них классный. И они очень хорошо горят. Еще тоже вот такую штучку увидела. Тут так хоп. И делается уже с зеркалом шкатулочка. Есть черненький вариант, а есть беленький. Все, мне понравились вот такие вазочки. Таким ремешком. Сколько они стоят? 699 рублей. Но не с таким рыженьким, а вот с таким черным ремешком. Прям супер смотрится. Что тоже присмотрела себе такое. Ну и, пожалуй, все. Еще такие свечки мне нравятся. Но я их еще, по-моему, не покупала. Или покупала, уж что-то не помню. Ну вот из интересненького это вот такие свечки. Вот эта вот штучка для интерьера. И вазочки. Сейчас хожу в Бургер Кинг что-нибудь вкусненькое заказать. Так, что у нас здесь не надо? А русский. На подносе. Так. Хотела показать, что в Бургер Кинг появилась очень классная кофе. Вот такое. Латте тирамису. Или капучинка тирамису. Есть обычная капучинка латте, а есть тирамису. Вообще это очень-очень вкусно. И латте, и капучинка. Так что, если любите, выбирайте. Здесь хитрят, сразу предлагают большой вариант. Мне не надо большой, я, наверное, возьму стандартный, хотя обычно я беру маленький. Но сегодня мне хочется стандартный. Так.
Так, пропустим, пропустим. Все пропустим. И, наверное, не знаю, что. Что? Какой-нибудь десертик. Есть вообще не хочу. Наверное, брауни. Брауни. И мне нужно будет сейчас посидеть, немножечко поработать. Так что... Даже картошку не буду. Даже не буду соблазняться на картошку. Сейчас мы все это оплатим. Сейчас, минуточку. Возвращение. И вот такой у меня будет номерочек 570. Я сейчас пойду ждать свой заказик. Ого. На 500. Уже столько народу здесь много. Ну ладно. Вон там мой заказик готовится. Да, 500. 570. Здравствуйте, 570 можно? Да. Там сколько сахара? А, мне без сахара. Нет. Угу, спасибо. Приземлимся. Кофеечек тут очень-очень вкусный. И брауни. Приятно во всем обедте так-то кушают. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me alive.